Пересадка этого малыша куртинкой вот такой будет намного красивее. Потому что я смотрю, вот здесь вот внизу уже лезет еще одна деточка. Вот это подрастет. И оно так все постепенно красиво оформится. И будет красивая куртинка прекрасного кактуса Гимнокалициум рогонезии. Вот. Вот такое хорошее, приятное растение получилось. Так, будем дальше, друзья, пересаживать. Сейчас я это отставлю. Какой следующий у нас? Возьмем вот этого малыша, наверное. Это что у нас? Это турбиникарпус макрохеле ССП Паласки. Это что-то интересненькое такое. 4 евро я заплатила за него. Вот он еще, можно сказать, небольшой. Они, турбиникарпусы, и не растут большие. Вот. Наш малыш, турбиникарпус, получил новый прекрасный горшочек квадратный. Так, следующий кто у нас будет? Наверное, возьмем эхиноцериус. Так, вот оно название, друзья, для вас. Может быть, кому интересно. Вот. Сейчас будем пересаживать. Пришел мой помощничек. Диешка. Диего. Ах ты моя красулька. Ты пришел помогать мамочке. Пересадила я эхиноцериус. Следующий, кто у нас? Хаматокактус сетиспинус. Он с бутончиком. И тут какой-то суккулентик. Вот. Будем пересаживать. Завтра запишу растения в каталог. Я растения все записываю, нумерую, чтобы не потерять. Чтобы все знать. Что у нас следующее? Копиапоя хумилис. Вот такая красавишна. На копиапоа были завязаны семена. Вот они, я их выбрала. Можно и посеять. Почему нет? Попробовать. Хотя, если честно, мне и не надо сеять. Ну, иногда сею тоже. И еще на сегодня есть у меня очень важное дело. Пересадка феррокактуса. Этот горшочек, видите, уже ему маловат. Посмотрите, какие мощные колючки. Сейчас буду что-то думать. Если сама не справлюсь, буду просить сына или дочь, или мужа. Посмотрим, что получится, друзья. Ну что, мои дорогие, я совершила перевалочку растения. И сейчас подсыплю туда кактусный субстракт. И будет все нормально. Диего мне помогал. Диего, ты мой помощник. Диего, ты такой помощник у меня. Спасибо тебе. Вот такие дела. А вам всем желаю хорошего дня. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.